Обновились в Одесском художественном музее, презентовали новые логотипы «Айдентикум». Фирменный стиль сочетает в себе классическое и современное искусство. Дизайнеры долго размышляли и все-таки выбрали золотое сечение, ведь именно оно лежит в основе изобразительного искусства. Правда, его немного осовременили, и теперь «Айдентика» напоминает морскую волну. Логотип, который был до этого, это вот такой чертеж дворца в овале. Если прогуглить логотипы музеев, это достаточно банально. Подобного рода логотипы есть где-то и, там, в Челябинске, и в Вилабаджа. У музея дуже довга історія. В той же час є сучасний контекст, і нам треба було поєднати дуже багато речей. Логотип має відображати це місце, цю історію. Тобто не можна зробити логотип музею взагалі. І нам треба було знайти поєднання особливості музею, який знаходиться біля моря.